Глава 61. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открывать темницы». Итак, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Видишь ли, здесь пророк сказал без определенного артикля, члена, «Дух Господень на мне». Так мы и читаем в другом месте. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ясно, что Иисус принял Святого Духа не потому, что Он в нем нуждался, но только во свидетельство. Никто ведь не получает того, что есть Его. Как своим божеством Он показывает силу, так и своим Духом являет, что Дух есть той же природы, какой Он сам. Он сказал: «Совершилось». Где иудеи, где еретики? Когда Бог говорит «совершилось», то никто не может противоречить. Здесь говорится «Дух Господень на мне, который помазал меня», а в другом месте «помазал его Бог Духом Святым и силою». Деяние 10.38. Сказано «Бог, не человек, не елеем, но Духом Святым и силою». Если бы он помазан был людьми елеем, то он не был бы выше остальных помазанников, подобно тому, как он был крещен, не нуждаясь в крещении, так как Дух в нем пребывал до крещения, по сказанному «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Таким же образом, во время крещения на него сошел Святый Дух не ради освящения, потому что он был свят и есть освятитель всех, и не для того, чтобы совершить дивное, что он мог совершить своим божеством, но только для того, чтобы представить свидетельство, почему Иоанн и говорил: «Я не знал его, но пославший меня крестить водой, тот сказал: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть». Для того, чтобы показать, что явление Святого Духа было только для свидетельства, а не потому, что он не имел его, Иоанн и сказал: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Ясно, что Сын Божий есть Бог, так как Отец сам представил свидетельство, говоря: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Потом сам Христос говорил: «Если я Духом Божиим изгоняю бесов», а также в ином месте, «тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, чтобы быть искушенным от дьявола». Этими словами Он выражает одну и ту же волю и свое равенство с Духом Святым даже во плоти. «Мы исследуем», говорил. Говорил ли Он о благодати или о Святом Духе? Сказано: «Дух Господень на мне», а не благодать Господня. Но удивительно то, что Дух Господень явился над Богом. Было необходимо, чтобы Святый Дух явился над воплощением Бога, чтобы благодать Духа через плоть Его, Христа, утвердилась в нас. Как над Ним Дух явился во свидетельство, не потому, что Он в Нем нуждался, так над нами Он является не во свидетельство, но для отнятия нашей скудости. По написанному: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Он показывает нам, что Сын по Божеству есть одной и той же природы с Отцом. А нас, хотя бы мы и не сыны по природе, Он освящает и делает сынами по благодати, благовествовать нищим. Здесь послание есть то же, что и откровение. Откуда и куда посылается Тот, который по Божеству своему природой пребывает вовек своей природой, нищим, говорит. Разве не нищими были князья, начальники и богачи, которым ему нужно было возвещать? Конечно, говорит, были поистине нищие. Они были великими в этой жизни, но нищими для будущей. Потом иным образом пророк называет нищими людей, которые первые получили благовестие, исцеление сокрушенным сердцем. Тех сердца, которых часто оскудевали по причине грехов. Иудеи и прочие, которые приняли благовестие, были недостойными. Сам Господь наш в Нагорной проповеди вначале говорил: «Блаженны нищие духом, их есть Царство Небесное». Нищим открыта дверь небесная. Смирение – причина всех благ, а гордость – причина всех зол. «Помазал меня духом», то есть дал свидетельство. Для того, чтобы того помазанника не считали подобным прочим пророкам, не считали посланным только для благовествования, пророк и прибавляет: «Исцеление сокрушенным сердцем, или по причине грехов, или по причине печали». А для того, чтобы показать, что исцеление принадлежит собственно ему,
и что он не есть слабый пророк, который дарует иным то, что прежде получил сам. Он в Евангелии говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Говоря «Я», он объявляет о своей безусловной и высшей свободе. Видишь ли, прежние благодеяния были видимы, а настоящие невидимы. Те телесны, а эти обновляют душу. В данном случае говорится не о настоящем и земном, но о будущем и небесном. Справедливо он называет их нищими, потому что они лишились таких благ. Он также показывает, что недостаточно только нам принять благовестие, но что следует нам и согласиться с принятым благовестием, исцелять сокрушенных сердцем. Некоторые были сокрушенными по причине скорбей, иные по причине грехов, иные по причине того и другого. Подобно тому, как Господь наш сказал расслабленно: «Вот ты здоров, не греши более». Иные сокрушаются по причине праведности или грехов. По причине праведности, как написано, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Некоторые сокрушаются по причине дьявола, как согбенная женщина по причине грехов, как написано: «Ибо беззакония мои превзошли голову мою, восмердели, смердят, гноятся раны мои». Потому что, когда мы не обращаем внимания на то, что гниет, то происходит смрад. Потом говорится: «Сокрушение и бедность на путях их». Не так телесные скорби уменьшают силу тела, как грехи разрешают силу духа. Потом пророк показывает иное благодеяние для души – проповедовать пленным освобождение, то есть тем, души которых были в плену. Откуда это ясно? Из того, что он сказал не даровать, но проповедовать отпущение, показывая этим, что благодеяние зависит от воли принимающих. Он пришел для благовестия, для того, чтобы желание добра было им принято, приятно и слепым прозрение. Какие слепцы вышли из Вавилона? Хотя они были слепыми, прежде чем пришли, однако они не были таковыми после возвращения. Проповедовать лето Господне благоприятное. Справедливо говорит Господне благоприятное, чтобы они не надеялись только на возвещенное благо и не были беспечными. Вот приходит суд, так что он каждому воздаст по его делам. Он не затем только пришел, чтобы отпустить грехи и даровать дары, а ты получаешь таковые дары для умножения грехов. Призвать всех плачущих, как тех, которые скорбели по причине телесных, так и тех, которые скорбели по причине духовных немощей. И дать им это, и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Видишь ли, Бога радости, пришедшего для отъятия печали. Не человек является между людьми, и не ангел между ангелами. Здесь нет ничего телесного, но все духовное. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Итак, смотри, это было насаждение Господа, а не человеков. И он говорит не только родов, но родов правды. На ком же это совершится? На нас ли или на других? Ясно, что насаждение Господне в славу есть церковь. Поистине пустынны были города не потому, что были разрушены стены, и не потому, что были пустыми дома, но потому, что они были лишены людей, которые должны были знать Господа, и однако не знали Его. Теперь же восстановлены города, в которых действительно обретаются люди, знающие Господа. И так хорошо сказано: пустыни вечные. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины. И придут иноземцы и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. Удивляться должно тому, что пророк открыто говорит о правителях церкви. В словах «Вы же священники Господа наречетесь, служители Бога». Священниками Господа,
служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славить славою их, называя их царством священников и своим народом святым». Бог говорит это о всех христианах. Видишь ли, все это совершается в источнике спасительной купели, и все там помазуется. «За посрамление вам будет вдвое». За поношение они будут радоваться своей доли, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Посмотрим, где исполняются эти слова и в какое время. Они тогда по возвращении из плена владели вторично, но это не исполнилось. Пророк, однако, здесь так и говорит «вдвое». Ясно, что будет другой народ, который наследит землю вдвое. Это открывается из последующих слов. Они будут радоваться своей доле. «Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними». Когда веселье вечное было у евреев в их земле, и будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен, все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Это совершилось на апостолах, с которыми он вступил в вечный союз. Сыны их известны даже и среди языков. «Радостью буду радовать себя, Господи, веселится душа моя о Боге моем, ибо он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Стих 10-11. «Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу перед всеми народами». Не видишь ли ты, что здесь пророк сказал только о радости духовной? Здесь нет ничего вещественного, но все духовное, потому что он говорит: «Да возрадуется душа моя в Господе». Когда мы получаем какую-либо духовную благость, то мы радуемся в Господе. Всякий, кто радуется о своих благах и детях, хотя бы потом подвергался печали, однако видя приятную жену или любимых сынов, затем не считает бедствий более бедствиями. Равным образом это случается и с тем, кто радуется о Господе. Особенно, когда он, наверное, знает, что Бог не прогневался на него. Тогда он более не скорбит и не печалится, подобно тому, как апостолы всегда радовались о Боге и других увещевали к тому же, говоря: «Всегда радуйтесь в Господе». Эта радость неприходящая и бессмертна. Если кто радуется о благах, то радость его бывает временна. Когда богатство его истощится, то вместе с ним исчезнет и радость. Подобно тому, как свежие весенние цветы бывают приятны для глаз, а поблекшие неприятны, таким же образом и богатство отнимает радость от ума. И, может быть, само первое отойдет от нас, или мы от него. Иной, может быть, будет радоваться из-за прекрасной жены. Но и она, владение непрочное, радость временная, веселье приходящее, соединенное со многими огорчениями и подозрениями, потому что эта радость временна. Но если ты полюбишь Господа, то милосердие его будет вечным. Любовь постоянно обновляется, желание возжигается, никогда не дряхлеет и не стареет. Тот, кто любим тобою, всегда нов, желателен и достоин любви. Если же ты скажешь, что ты не видишь его, то посмотри на небеса. Как они прекрасны, как величественны! Как небо приятно, усладительно для зрения и полезно для всего. А это небо есть дело того, которого ты любишь, тонкое и нежное дело перст его. Отсюда ты уразумеешь красоту его самого, насколько это возможно. Разве ты не видишь его? Если желаешь, ты его узришь. Очисти только ум, очисти сердце, потому и говорится, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, и облег меня в ризу спасения. О какой ризе говорит пророк? Та риза, в которую мы облекаемся, не есть риза спасения. Но я знаю, что вам, знающим таинство, это известно. Однако пусть говорит Павел: все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Христос есть одежда спасения. Ты облегся в ризу не за тем, чтобы покрыть наготу телесную, но за тем, чтобы быть неприкосновенным для насилия смерти.
Справедливо пророк говорит Ризу, потому что мы были нагими, бесславными, непослушными, глупыми, блуждающими, служащими многим страстям. Грехи сделали нас нагими, и сатана, которому мы дали у себя место, сделал нас бесславными. Потому пришел Христос, облачил нас и показал нам разум, который мы можем легко совлечь в себя ветхого человека с деяниями его и облечься в нового, созданного по Богу. И так как в нашей власти совлечь его, то потому он и повелевает, говоря: «Облекитесь, так чтобы одежда всегда пребывала с нами, одежда веселья». Есть здоровье, которого мы можем достигнуть после болезней, благодаря врачам и наставлениям советников. Это же здоровье приобретается вместе с радостью и величайшими благами и никогда не подвергает нас бесчестию, как на жениха возложил митру. Акилла говорит: как жениху, украшенному венцом, и как невесту украсил меня. Митра – это венец, украшенный ожерельями и драгоценными камнями, который женихи надевают себе на голову во время бракосочетания. Как невесту, говорит, украсил меня. Поистине, было брачное торжество, но только духовное, в котором души сделались причастницами Бога. Смотри на бедность невесты, которая получает от жениха одежду и украшения. Никто другой не мог украсить ее этими одеждами. Подобно тому, как какой-либо муж, царь, когда желает взять себе в жены понравившуюся служанку, не имеющую одежды, достойной брачного торжества, и не имеющую средств самой от себя приготовить такой одежды, дарит ей все это и украшает. Таким же образом и Христос даровал все украшения церкви и украсил ее, и как землю, растящую цветы свои. Этими словами показывается многочисленный плод добродетели. Так возрастит Господь Бог правду. Справедливо сказано: перед всеми народами, чтобы видели, свидетельствовали и подражали ей.